Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Высмеивает ли Джерри Скотти Джана Ямана и является ли отсылка оскорбительной? Джан Яман также принимает участие в предночной игре Кадутр Free Fall на канале 5, организованной легендарным Джерри Скотти. Турецкий актер на самом деле был предметом вопроса конкуренту. И Джерри Скотти не терял времени даром подшучивать над актером. Джерри Скотти и Джан Яман, что у них общего? Простой вопрос о свободном падении к оппоненту. Вопрос, заданный нынешнему конкурсанту, звучал так: она хорошо оцененная актриса и модель Джана. И ответом, очевидно, был Яман. И именно от имени дорогого Джана Ямана повар мило пошутил. После его вопроса Джерри Скотти мило пошутил над именем актера. «Пенса – собака, но я все еще ее дрессирую», – саркастически сказал Джерри Скотти о турецком актере. «Его зовут Кан, да», – снова объяснил Джерри Скотти. Ничего оскорбительного, конечно, но до безобразия простая шутка, описанная Скотти, но многие поклонники турецкого актера ее не очень оценили. Но знаете, некоторые поклонники актера Виолы Каилька были не знают границы между преступлением и игрой и часто первыми нападают без причины. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Высмеивает ли Джерри Скотти Джана Ямана и является ли отсылка оскорбительной? Джан Яман также принимает участие в предночной игре Кадутр Free Fall на канале 5, организованной легендарным Джерри Скотти. Турецкий актер на самом деле был предметом вопроса конкуренту. И Джерри Скотти не терял времени даром подшучивать над актером. Джерри Скотти и Джан Яман, что у них общего? Простой вопрос о свободном падении к оппоненту. Вопрос, заданный нынешнему конкурсанту, звучал так: она хорошо оцененная актриса и модель Джана. И ответом, очевидно, был Яман. И именно от имени дорогого Джана Ямана повар мило пошутил. После его вопроса Джерри Скотти мило пошутил над именем актера. «Пенса – собака, но я все еще ее дрессирую», – саркастически сказал Джерри Скотти о турецком актере. «Его зовут Кан», – да, снова объяснил Джерри Скотти. Ничего оскорбительного, конечно, но до безобразия простая шутка, описанная Скотти, но многие поклонники турецкого актера ее не очень оценили. Но знаете, некоторые поклонники актера Виолы Каилька были не знают границы между преступлением и игрой и часто первыми нападают без причины. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.